Всем привет! Сейчас меня должно быть слышно. Маленечко я тут упустил момент с приемом. Не успел я переключиться на свой основной микрофон. Вот. Но будут с петлички. Вроде бы качество звука должно быть приемлемым. Всех рад видеть. Вот. Народ еще, я так понимаю, будет подходить. Будет заходить. Звук в порядке. Да, не стал я джерс менять в итоге. Оставил, так сказать, как есть. Вот. Ну что, сегодня у нас очередной игровой день. Я не знаю, какому по счету, я даже не стал там что-то выдумывать. То ли 20-й, то ли 21-й. Вот. Raffles Barbecue против команды Bandits. Давайте глянем быстренько на таблицу, освежим в памяти. Сейчас я ее запущу только единственное. Вот. Хочется, так сказать, визуализировать наше текущее положение в лиге в этом предсезонном турнире. Так, сейчас мы запустим, я надеюсь. Ура! Все получилось, супер! Вот такой у нас расклад. Сыграна большая часть уже, большая часть турнира. Завершающая. Игры, да, все команды отыграли 10 матчей, как минимум. Бандиты идут на последней строчке. После 10 матчей у них 3 победы, 7 поражений, 9 очков. Команда Raffles Barbecue делит пятую строчку вместе с командой Lemons. По 16 у них очков. Да, вроде бы все правильно. 16 очков. Сейчас я тут перезапускаю, пока пытаюсь понять. Еще анонса в группе нет, я так понимаю. Да, поэтому можем остановиться на подольше на данном этапе. Здесь у нас небольшой переворот. Вчера Lemons обыграли Neon Team в двух встречах. Так что обогнали Lemons NT, догнали Raffles Barbecue. Я так понимаю, по разнице шайб Lemons должны быть выше Raffles. Я не помню, честно, как они личные встречи отыграли. Можем посмотреть, сейчас переключить вкладку. Пока на сервере что происходит? Давайте. Да, теперь слышно должно быть, да. Просто отдельное аудиоустройство, я это не на все сцены его добавил. Я забыл добавить, ребят, простите меня. Но сейчас меня слышно хорошо. Но я объявил составы и говорил, что трое бандитов, но сейчас их четверо, сейчас нет никого из админов. Но я так понимаю, что мы, в принципе, сами можем это админить. Ну, вот вчера пригодились админы на сервере.
Вот, в прошлом матче. Как бы, ну, я думаю, здесь команды все понимающие, поэтому никаких ситуаций быть не должно. Повторю, в красном у нас Raffles, Barbecue, Spacek, Drone, ZZ, Motorik. Нету Лорда. Да, я так понимаю, у него какие-то проблемы, поэтому он не может, да, у нас играть. Вот. Вчера он там вылетал, да, какие-то были у него сложности. А, значит, админов не будет. Будет сам Нуби или что, или как? Алина у нас есть. У нас есть зрители у нас. Кто захотел, тот пришел. Самое главное. Давайте, может, он какой-нибудь. Я, к сожалению, я бесправный человек на HL с июня месяца. Ну, к сожалению или к счастью даже. Где вообще админы вообще? Где? Алло. Надо написать, давайте напишем. Отвлечемся, а то 10 минут задержка, как бы... Как-то несерьезно. Вроде все правильно по времени, никто ничего не перепутал. Пошел анонс в группе, это замечательно. А у меня вышла вот эта ошибка из Development консоли. А, ну благо здесь мышка работает, можно ее свернуть. Ну что, всем привет, кто пришел. У нас зрители сейчас подходят. Матч у нас готовится к началу. Так, тут Зэти, да, вышел с сервера, сейчас он подойдет. Привет, привет, Серк, привет. Привет, 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 привет всем зрителям. А, Слендер должен был, видимо, сидеть на матче, но не срослось. В итоге команды только 11 минут сейчас просто ждут, ну, благо бандиты еще ждали пиву, вот, ну. Ну что, все, гоу-гоу, давайте напишем, поддержим ребят. Запишите реплеи, парни. Хочется им сказать, но они меня не слышат, наверное. Ну, раз я... как там? Так, ну что, начали они, запустили? Да, все, матч начинается. В красном у нас Raffles Barbecue. А в синем The Bandits. Включим ники, пока они отображаются достойно у нас. Составы. Motorik на воротах. Zeddy, Spacek, Drone в поле. У Raffles Barbecue. У The Bandits Nubi, Kuchinho, Kuzihan и Wu. Вот такая вот у нас команда собрана в синих. О, вброс в зону. Моторик. Берем мышку, она нам мешает. Чтобы она не мешала. И что, гол? Почему? Моторик выбросил и пиву. Смотрите, пиву подкараулил. Ошибку мотора. И 1-0 пользу The Bandits. Бендитс идут на последнем месте в текущей ситуации. Мы это уже обговорили в начале стрима. И им сегодня нужны победы, нужны очки, чтобы подняться, так сказать.
дна. Я думаю, что парни сегодня заряжены на 100%. Мотор. На него летит Пузихан. Иву. Но тут в офсайде нападающий, поэтому немножко затянул здесь пиву. Шайба доходит до Нуби. Нуби. Едва-едва он себе не обрезает сейчас момент. Пытается здесь Пузихан пройти, но не получается. Пиву неплохо переводит на Кучинхо и возвращает Кучинхо назад. Шайба под контролем у The Bandits. Чуть-чуть подальше сделаем, а то так слишком прям близко. Дрон блокировал здесь передачу. Борьба слева. Пузихан входит в зону. Бросок. Перекладина спасает сейчас мотора. Кучинхо. Ну, как-то здесь не разобрались. Сейчас синие. И здесь в итоге вынос от Нуби и моторик, собственно. Ошибается снова мотор. Не знаю, в чем проблема. И с острого угла Пузихан. Пузихан делает голасо. Второй ассист у Нуби, прошу заметить. Вот так вот. 2-0 пользуется Бендитс. По истечению первой половины первого периода. Мотор выносит на Зедди. Зедди. А, господи, курсор мыши. Не знаю, он у вас должен быть виден. Тем временем ошибка здесь. Пиву бросает здесь с угла, но Спейсюк блокирует и начинает свою атаку. Спейсюк объезжает он Пузихана, бросок, и Нуби спасает. Ну тут такой он обязан спасать. Тем временем дрон прокинул от борта и отбились здесь бандиты. Дрон не стал почему-то вбрасывать по борту, решил выехать из зоны. Пытаются растянуть сейчас эту оборону Раффлс, но... Ох... Как тут, какая распасовочка от Нуби и Кучинхо. Было прям горячо. Дэдди на дро. От борта снова тут дро прокидывает. Пузик. Хан. Пузик Хан здесь с Нуби едва не накуролесили. Но Пузик взял все под свой контроль. Отдал на Кучинхо. Кучинхо на пиву. О, какая передача. Какая тики-така практически у нас с вами, дорогие друзья, на льду. Но ошибка. И уже Raffles Barbecue пытаются войти в эту зону Bandits. Но какая-то здесь суета. И смотрите, как классно Спейсюк прокинул. Но вездесущий Кучинхо обокрал нападающего Raffles Barbecue. Завязал как-то шайба в зоне. В центральной зоне даже я конкретизирую. Зедди. Заблокирована здесь передача. Борется Зедди до конца. И шайба вылетает из зоны Бендитс. Пузихан будет на подхвате. Один он против Спейсюка. Попробовал его пройти, но это было слишком легко для защитника Раффлс Барбекю. Дрон. Правого фланга. Это, видимо, бросок по воротам. Зедди. И передача на мотор. В итоге 15 секунд до конца. Мотор с шайбой. Дальний заброс. Да. Да. Нуби. Нуби прокидывает. И шайба. Смотрите, какая передача на Пузихана у нас вырисовывается. 3 секунды до конца. Бросок и сейф от мотора. Браво, мотор. Это был важный сейф, и если бы не сейф, то гол был бы засчитан, я думаю, там успела бы шайба перелететь. 2-0 в пользу The Bandits, вот так вот бандиты ведут в счете, и наказали они своих соперников за их ошибки, и сами не допустили таких прям серьезных ошибок, в итоге ведут в счете. Дрон... Пытаются Raffles нащупать свою игру. Вчера они играли с Slimes. Команды там разменялись очками, но в пользу Raffles Barbecue. Они проиграли в овертайме Slimes.
а потом забрали вторую игру уже целиком. Вот. Но что можно сказать? А Найт у нас сидит же на скамейке. Да, Найт, видимо, выйдет во второй игре. Но, учитывая статус турнира, видимо, парни решили вот так распорядиться. То есть Найт на замене. Хотя, мне кажется, Найт один из сильнейших игроков Равлс барбекю в текущей ситуации. Ну, не считая Слендера, который там, я так понимаю, не может играть по техническим причинам. Тем временем бандиты здесь неплохо были в зоне Раффлс. Пузихан может бросить. Выждал паузу. Пузихан, посмотрите. Что за красота сейчас залетела? Ну, как-то Пейсюк слишком пассивно сыграл по отношению к Пузихану. И это 3-0 в пользу The Bandits. Нуби третий ассист. Да, это важно отметить. Нуби. Никто его не встречает, и Нуби может здесь исполнить лонгшот, но это гол, и это проходит. Вау, Валентин, ну это просто MVP сегодняшнего матча. Смотрите, он как будто бы метил в это баскетбольное кольцо, но попал в створ ворот. Мотор, конечно, здесь ничем не смог помочь своей команде, хотя, наверное, шансы-то все-таки были. Там, если объективно посудить. Пиву. Ну, тут 4-0. Это нокдаун для Рафос. Никто не ожидал от бандитов такой прыти в этом матче. Они сегодня демонстрируют неплохой уровень. Меня, наверное, поправят. Скажут, что хоккеисты Рафос не показывают. Ну, иди попробуй сыграть с такими бандитами. Посмотрите, Нуби, гол плюс 3 ассиста. Ух, тут даже ESS бы задрожали. Пузихан слева. А мотор. Ну, мотор как-то прям совсем себя неуютно чувствует на месте голкипера. Пузихан обокрал Пузик. Но здесь уже Спесюк подстраховал своих партнеров. Пузик отдавал, не знаю куда или что это было. В итоге Спейсюк перехватил. Пошел сам слишком долго. Спейсюк не видно ни Зедди, ни дрона в этом матче. Хотя эти ребята могут, если захотят. Но вот пока ничего не получается у этих ребят. Пиву на Пузихана. Пузихан отдает на Пиву. Пиву возвращает на Пузихана, но забежал в офсайд. Пузихан, в итоге он разворачивается. Комментарий в чате. Непонятно, как отыгрываться с 0-4. Видимо, вот так и дро сокращает преимущество бандитов, размачивает счет. Казалось бы, небрежно принял, но Нуби здесь поторопился с выходом. Мне кажется, что... И у нас перевернулась карта, поэтому я уберу ники, чтобы не вызывать, так сказать, вопросы. Не знаю, пофиксили ли это в третьей редакции. У меня вторая стоит еще, я не обновлялся. Вот. Ну, Джерс прям своим комментарием накаркал, можно сказать, по отношению к бандитам. Мотор попробовал исполнить Нуби мув, но Нуби здесь подстраховал. Выполнил свои обязанности. Пузихан. Попытка дальнего броска. Пузихан заблокировал передачу. Но здесь офсайд warning. Офсайда у нас еще не было сегодня в этом матче. Ну, команды более-менее приучились играть с офсайдами. Не сказать, что их прям много в последних матчах. Ну, где-то, да, понятно, проскальзывают 1-2 офсайда в среднем за матч. Но бывают и матчи вообще без офсайдов. Если таких нету, скажите мне. Может быть, ошибаюсь, мало матчей смотрю. И все в таком духе. 30 секунд до конца второго периода. Счет 4-1 в пользу The Bandits. И ребятам в красном, то есть Raffles Barbecue, необходимо что-то предпринимать. И вот момент. Спейсюк выкатывается в зону. Бросок. Бросок Спейсюка. И
Вот так вот забросили с Пейсюка, и Нуби здесь уже был бессилен. 2-4, и остается у нас интрига на третий период. Дальний заброс мимо ворот. Кучинхо. Ой-ой-ой, не поняли друг друга здесь Пиву и Кучинхо. Пиву. Ну, тут уже времени не хватает Пиву. 4-2. Бендитс ведут по окончании второго периода. Вот так вот. 0-4. 2-4 у нас. Я думаю, что две шайбы забить в третьем периоде вполне возможно. Выиграют брасывание хоккеиста Raffles Barbecue. Моторик. Отдает передачу... Да, тут немножко не точно. И дальний заброс от игрока Bandits. Мотор с Песюком не разобрались. И Пузикан тут как тут. Отличная передача на кучу. Ой, это сейф! Это сейф от Песюка. Вы видели это? Я это видел. Ну, такой момент, конечно, нужно было реализовывать Кучинхо, но... Песюк здесь делает крайне важный сейф для Raffles Barbecue. Дрон выкатывается справа. Бросок мимо ворот. Так, я пытаюсь понять, все ли нормально с миром. Не было ли у меня сейчас дисконнекта? Ну, вроде бы нету. Даже у нас 5 зрителей. Еще пришли люди. Привет всем. Так, закрепились в зоне бандиты. Бросок, и это сейф. Но тут Пиву. Вы посмотрите, что делает Пиву. Ух, Пиву здесь в воздухе подкорректировал эту шайбу. Запустил ее в ворота. Напишите что-нибудь в чат, пожалуйста. То я не понимаю, работает ли у меня или нет. Нуби. Что-нибудь вкинем, какой-нибудь смайлик в чат. Да, все работает, супер. Кучинхо тем временем смещается в зону. Смотрите, как классно обыграл Спасюка. Кучинхо, бросок, это гол. Чуть я отвлекся на технический момент, я прошу простить. Классно здесь Кучинхо переложил под левую. И уже тут без труда обыграл Моторика. Стрим работает или не работает? Ну, я вижу, что уже работает. Просто у меня был дисконнект. Кучинхо с шайбой 2-6. Но я думаю, что это второй такой нокдаун, который может перерасти уже в нокаут для Raffles Barbecue. Ничего у них не получается. Вот какой-то момент в конце второго периода у них получилось реализовать свои моменты. Ну, создать и реализовать, воспользоваться ошибками Bandits. Но вот сейчас бандиты снова взяли шайбу под контроль. Пузихан здесь против Спасюка. Дальний заброс. Шайба дает до мотора. Мотор ее скидывает прямо на Пиву. Пиву на Пузихана. Неплохая распасовка. И бросок с неудобной руки слишком высоко. Пиву борется с Спасюком здесь на борту. Спасюк прокидывает на Зедди, по-моему. Нет, на Дро. Можно вернуть ники. Они у нас перевернулись куда надо. И выносится шайба из зоны. Пузихан здесь будет с шайбой. Пузихан на Кучинхо. Прессингует здесь дрон. И Кучинхо подстраховывает здесь. А Нуби, куда ты едешь, друг? Куда? Зачем? Почему? За что? Навел здесь суеты Нуби. Нуби или Нуби? Напишите в чат. Я не знаю, куда делать ударение. Дело от души, Валентин. Валентин. Бросок Зедди. Валентин почти засейвил. В итоге можно сказать, что это автогол от Валентина. И снова ники перевернулись. Возвращаемся мы на безниковый режим. 3-6. Полторы минуты до конца. Полторы минуты до конца. Заброс Валентину. Нуби. Отличная передача на Пузихана. Пузихан неплохо оставляет на Пиву. Пиву переводит на противоположный фланг. Кучинхо может войти в зону.
А дает передачу. Пузихан классно обработал и гол. Это хитрик Пузихана. Хотела сказать, что Валентина MVP сегодня. Ну, бит. Но Пузихан делает хитрик. Я думаю, что... Ну, хотя по очкам за эту игру Валентин number one. Так что... Не знаю, напишите, кто, по вашему мнению, MVP в этой встрече. Тем временем Кучинхо входит в зону. Смещается здесь за ворота. Оставляет на пиву. Неплохо разыграно бандитами. Вообще, вот комбинационная игра у бандитов сегодня очень хорошо выглядит на фоне Рафлс. Нуби здесь уехал со своей зоны. Не знаю зачем, не знаю для чего. Спейсюк здесь прервал эту передачу. Нуби летит спасать родину, но Спейсюк здесь уже наказал. Наказал Валентина. И сократил отставание до трех шайб. А пиву. Вроде как выиграл брасывание, но первым будет дрон. Оставляет на ЗЗ-де. 30 секунд до конца. Ну, тут уже, я думаю, что победитель первой встречи у нас ясен. И Нуби не торопится. И ошибается. Спейсюк. Спейсюк не смог воспользоваться данной ошибкой. Мотор. Пошел дриблинг. Дро. Нуби. Тут офсайд. Да, первый офсайд матча. Не сориентировался. Потому что в этой версии справа нету обозначения, что офсайд. И маленькой, ну, не сразу уловишь этот момент. Кучинхо вошел в зону, ну, поторопился Кирилл сейчас. И 4-7 у нас с вами. Первая игра завершилась. Бандиты, можно сказать, что достаточно уверенно берут 3 очка. Вот. У Raffles Barbecue. Что думаете по этому матчу? Я вижу комментарии Джерса. Думает, что пиво у нас MVP. Тем более Валя привез парочку. Сорвалось MVP. Там офсайд. GG easy. Ну, по очкам Валентин был вроде как лучшим в этом матче. Среди всех. 1 плюс 3. А если еще считать автоголы, то... Ух. Но Валентин сегодня вне конкуренции. Так, Валентин здесь оформляет перезаход. 1 плюс 3, 2 плюс 2. Я прозевал, да? Это у кого? У пиву, да? 2 плюс 2. Ну тогда извините, извините. Или 2 плюс 2 ты имеешь в виду, что... Не знаю. Ошибки и состоявшиеся голы ворота Бэндитс. Так, дрон готов. Нуби готов. Собственно... Не, это я знаю, сколько будет 1 плюс 3 и 1, и 1 плюс 2 плюс 2. Да-да-да, я просто не увидел 2 плюс 2 у кого-то там, пиву. Поэтому, извините, как-то не рассчитал. Ладно, ладно, идем дальше. Второй матч у нас готовится к старту. Итак, есть ли изменения в составе? Найт вышел вместо Спейсюка. Вот так вот. Вот так вот, вот так вот. Вчера Найт вышел вместо ZZ, по-моему. И это придало импульсу нового для Raffles. Посмотрим, что сегодня покажет Найт. Вот из того, что я видел у Raffles Barbecue, Найт прям такая заноза, можно сказать, для соперников. Может бросить. Точно, может бросить сильно, может отдать передачу. Посмотрим, что он сегодня продемонстрирует. Найт переводит сейчас на кого там, господи, на своего партнера. Но не точно. Зедди на воротах. Ну, минус версии, да, что некий перемет. Да, Зедди на воротах, Найт, дрон, моторик в поле. Окей, окей. Видимо, у Зэдди какие-то проблемы с коннектом. Я не знаю, как иначе объяснить, почему он решил встать на ворота. Посмотрим, что из этого выйдет. Зэдди... Так, шайба до Дро в итоге дойдет. Дро, Найт вкатывается в центре. Дро опять от борта, как он сегодня любит это телодвижение. Найт далековато отпустил шайбу. В итоге и Дро, и Найт
Это же забавно выглядят данные силуэты, когда откидывается голова назад. Это выглядит очень странно, но ладно. 7-4 адаптер. 7-4, браток, Пузихан, посмотрите. Алло, алло, ребята. Пузихан прошел из сострейшего угла точно в шестерочку ворот зарядил. Не ожидал Зедди, что это пройдет. А вот когда Пузихан на льду, всегда нужно ожидать такого вот точного выстрела с острого угла. И Нуби, великий гений Нуби. Посмотрите, откуда он бросил. С середины своей зоны Валентин бросил. И с отскоком от льда шайба залетает. Зедди не спасает. И выигрывает вбрасывание здесь Пиву. Кучинхо. Давайте включим ники. Их можно уже включить. Валентин, конечно, сегодня в ударе, в ударе. Что же случилось с Валентином сегодня? Винкс. Ну. Господи, у него пинг чудесный в кавычках. Как обычно, Валентин играет на Wi-Fi, я так понимаю. А, я сейчас, пока я тут мейл его пинг, дро, классно вошел в зону. Нуби поторопился и отдал шайбу дро. Ну, так вот. Гол забил, гол отдал. Валентин у нас за справедливость, так сказать. Уходил за проводом перед игрой. Ну, странно, почему такой СТД большой? Очень странно. У меня отсюда с проводом СТД, ну, до полутора вроде как. А у него такой пинг, такой разброс. Ну, может быть, роутер что-то у него хулиганит. Тем временем... В атаке были Раффлс, Барбекю, шайба вышла из зоны, и заново они пытаются войти в зону Бэндитс. Возможно, где-то по владению шайбой есть преимущество у Раффлс, Барбекю. Бандиты в этом плане предпочитают такие вот молниеносные контратаки и наказывать за ошибки. Кучинхо бросает с острого угла, но слабовато, и Зедди справляется. Ну, с Найтом, правда, стало лучше, отмечает в комментариях. Ну, то, о чем я говорил, и Найт еще вроде как не забивал. Да, ну, не было у него еще возможности. Этот парень обладает неплохим броском. Дро тут в офсайде. И это у нас первый офсайд во втором матче. Дро против Иву. Дро вроде как выиграл это вбрасывание, но в итоге... Шайба осталась с бандитами. Нуби с шайбой. Дает пас на Пузихана. Найт хорошо блокирует. А вот Кучинхо прорывается в зону. Въезжает, отдает. Неплохо дает на Пузихана. Принял. И в штангу Пузихан зарядил. Классно было разыграно. Казалось бы, пас был такой слабенький. И офсайд сейчас здесь. Пузихан с Пиву не разъехались. Минута до конца встречи, 2-1 впереди бандиты. Встреча до конца первого периода этого великолепного матча. Выигрывают вбрасывание бандиты. Стали выигрывать они вбрасывание. Напомните, кто был у... О, Нуби. Фейкшот от Нуби. Передача. Пиву. Зедди, наверное, да, был на С первого матча. Я так маленько упустил. Но вот сейчас Пиву стал выигрывать вбрасывание у своих оппонентов из Раффлс. Ах, классно здесь перехват был от бандитов. Пиву, Найт. Найт переводит направо. Дро борется за шайбу, но Кучинхо играет крайне надежно. Думаю, стоит отметить, что Кучинхо улучшил свою игру. Помимо того, что он стал мастером обводок и дриблинга. И позиционно стал играть лучше, и в целом, если раньше казалось, что если великий Кучинхо на льду, то, скажем так, в обороне есть проблемы у Бэндитс, то сейчас как бы Кирилл неплохо спрогрессировал за вот эти полгода. Мы это должны отметить, и сегодня
Ну, без каких-то грубых ошибок, и старается он и поддержать в атаке свою команду, и в распасовках. Вообще, в целом, бандиты по сравнению с дивизионами выглядят как-то посильнее, посплоченнее. Вот есть как-то у них вот какое-то такое нутро. И есть ощущение, что эти парни могут играть еще лучше. А вот Рафа с барбекю сегодня, ну, разочаровывают. С другой стороны, статус турнира. Смотрите, Найт почему-то не стал сам бросать и шиномотор отдать. Рафа с барбекю чувствуется, что подошли к турниру с целью именно, да, попробовать разные схемы, разные вариации состава. Вот эту версию Найт, дрон и мотор я, честно говоря, вообще не припомню из того, что я видел. Может быть, это где-то и было. Дро вкатывается с угла, отдает от борта. Не знаю, уж который раз сегодня, седьмой, наверное. Дрон от борта пытается что-то сделать или обвести, или отдать передачу. Но тщетно. Зедди неплохо отдает, но здесь Найт разворачивался в момент передачи. Не успел он здесь развернуться куда надо. Дро оставил Кучинху эту шайбу. Кучинху. Найт прервал. И Нуби. Нуби на Пузихана. Пузихан на Кучинху. Классная передача, но чуть-чуть сильно она получилась. Не смог здесь Кучинху сориентироваться. Ой, какая передача от Дро. Ну, наконец-то от Дро что-то прошло именно от борта, как он хотел. Пузихан. Но Зедди будет первым. За Зедди. Отдает налево. Иву. Прерывает. Но Найт на подхвате. Валентин. Валентин спасает на самом деле. Он здесь не дал времени для Найта, чтобы эту передачу принять. Пузихан входит в зону. Угол острый. Передача будет. На пиву передача. Пиву. Ах, не докрутил крюк сейчас пиву. Бросок мимо ворот, и шайба летит к Нуби. Нуби. Диагональку отдает. И как классно она прошла. Жалко, чуть-чуть замешкался Пузихан. Так он так здорово он принял эту передачу. Но накрыли его здесь игроки Рафалс. Кучинхуа дает на Пузихана. И шайба доходит до пиву. Ну, далековато он здесь ее отпустил. И шайба летит в зону Рафа с барбекю. Подсушилась у нас игра. Да, уже целый период нет забитых шайб. Вторая половина встречи у нас началась. Дрон ищет варианты. Отдает диагональку. Моторы. О, прошу прощения, я так маленько уже. Пузихан, бросок и сейф там, по-моему, да? Либо штанга, либо сейф. Передача. Бросок, пиву. Пиву смахивает эту шайбу. Найт. Найт. Переводит на противоположный борт. Дрон ему возвращает. Ну, игра прям совсем как-то темп у нас. Темп у нас снизился. Мотор принимает шайбу. Нуби летит, накрывает мотора, выносит шайбу в зону Рафа с барбекю. Перевод на левый борт. Найт. Блокирует его здесь Пузи. Мотор. И шайба дойдет до Нуби. И снова классный перевод на Пузихана. Чувствуется, да, что Пузихан крайне важную роль играет в составе Бендитс. Там у The Bandits еще есть игрок из Северной Кореи, Джин Ирсен, по-моему. Было бы интересно его увидеть, но что-то он не играет в последние матчи. Время передача, Пузикан блокирует, и второй период завершается без голов.
Без голов завершается второй период. Едва-едва Зедди сейчас не получил гола со своего ворота. Больше 13 сотых секунды не хватило. Две уже таких пишет Кученко. Ну, не повезло, не повезло великому мастеру из куда? Вьетнама. У молодого человека. Нуби. Никто его не встречает, а вот, ну, слетела шайба в итоге с крюка, ну, Нуби. Борьба здесь в углу. Кученхо против Найта. Кученхо и вынос. Вынос здесь на Спесюка. Спесюк вышел, кстати, да. Да. Спесюк заменил мотора. У Рафалс барбекю есть замена у нас во время матча, получается. Кученхо. Спесюк обокал Кученхо. И это гол. 2-2. 2-2. Ошибся здесь великий гений Кученхо. И Нуби здесь прилетел мимо шайбы. И Спейсюк здесь, выходя на замену, делает гол достаточно быстро. Ну, возможно, взбодрится игра, то уже я начал засыпать. И как будто бы игроки начали засыпать уже так прям. Стало тяжело во втором периоде это комментировать. И 2-2. 2-2. Пиву будет шайбой. Какая-то суета началась у бандитов. Начали они так как-то ошибаться слишком простых ситуациях. Кученхо. Неплохо отдает, но пиву здесь ближе к борту оказался. Офсайд. Офсайд. Ну что, 2-2 у нас. Интрига жива. Тут, этот матч прям на 3 результата отчетливо. Но вот этот выход Спасюка может повлиять на исход. Тем временем ошибка. Кученхо неплохо здесь убирает дрона, но на это уже так не пройти. Зедди. Рискованная передача от Зедди на Найта, но он доходит. А вот это вот какое-то безобразие от Найта. Сейчас Кученхо бросок. Бросок мимо ворот. Ну, повезло сейчас Раффлс, что на острие был Кученхо, а не Пузихан, потому что Пузихан такой реализует. Кстати, не видно Пузихана. Как-то он так пропал у нас с радаров. А вот Спесюк слева теряет эту шайбу. Спесюк на Кученхо. Ну, так получилось на Кученхо. А вот опасная передача, такая рискованная, на пиву, дрон. Твой любимый парашютик от борта прокидывает. Кузихан будет первым и переводит на левый борт. Пытаются здесь выйти из зоны бандиты. И эта ошибка. Кузихан будет первым. Против Спесюка есть у него... Нет, у него Спесюк доработал до конца. И передача здесь была неплохая, но шайба вышла из зоны Раффлс. Кученхо шайбой ищет варианты для передачи. Разворачивается, объехал он тут Найта, может исполнить лонгшот. Кученхо, слабенький бросок получился у Кирилла. А вот подхватил пиву. Этот филиппинский гений хорош как никогда. Но Зедди здесь ошибся с выносом. Да, конечно, лорда сегодня Раффлс не хватило, прям скажем. А вот и дро, смотрите, как наказывает дро, только я тут вспомнил про лорда, выигрывает вбрасывание здесь Песюк, и без шансов для Валентина здесь Гуласо. 3-3, дорогие друзья, первый матч закончился со счетом 7-4 в пользу бандитов, напомню. Дро. Он слишком сильно прокинул здесь он своего партнера. Полторы минуты до конца встречи. А может быть и третьего периода. Посмотрим. Пиву. Неплохо вырезал сейчас на Кученхо. Кученхо, диагоналечка. Очень сладкая. Но такой прием не самый успешный от Пузихана.
Но здесь никого уже нету, уже поздновато пошла передача. Однако Пиву может быть первым. Ну, шайба до Нуби дойдет в конечном итоге. Бандиты сейчас как будто бы включились так в матч. Нуби. Видимо, я не знаю, просто здесь вынос от Нуби. Чтобы не перевести. Пиву. Хорошая передача тут на Кученхо получилась. Кученхо. В борьбу дают Пузихану. Пузихан цепляется. Спейсюк. Это шанс. 2-1. Валентин покинул ворота, но передача слишком неточная. Дрон. Дрон на пятачок. И вынос от бандитов. Было очень опасно. Зазеди. Попробовал вспомнить лонгшот, но заблокировано. Спейсюк. Ой, какая передача Спейсюка на дро. И Пиву. Хорош Пиву. Вот в этом матче я вот думаю, что ну, в составе бандитов Пиву уж точно улучшить. И 4 секунды. 3, 2, 1. Было бы забавно, если бы сейчас Кучинью зарядил бы еще. И этот гол бы тоже взлетел после сирены. 3-3. Овертайм. Ну что, как вам матч? У нас целых 8 зрителей. Привет, кто пришел в процессе. Вот у нас тут сегодня такая хорошая заруба. Но так-то бандосы серию уже выиграли. Ну да, уже как минимум 4 очка бандиты сегодня заработали. Шайба в зоне Рапплс. Найт переводит на дрона. Дрона Найт. Рискованная передача. Тут вдвоем его прессингуют бандиты. Спейсюк. Ну, выход Спейсюка освежил игру Рафлс. Должны это отметить. Жалко, конечно, что мы не увидели тройку Спейсюк, Найт, Зедди. Но вот Зедди решил сыграть на воротах. Дрон. Дрон слева смещается. Штанга. И вынос от Бэндитс. Было очень опасно. Очень опасно. Повезло сейчас бандитам, откровенно говоря. И не повезло Рафлс Барбекю. Дрон. Будет отдавать, наверное, под себя. Нет, переводит он направо. Пейсюк. Пейсюк. Это мимо. Это слишком мимо. Шайба у нас по борту. Дро. Кученхо. Ой, тут Пиву снял шайбу с... У Кученхо отобрал шайбу и отдал с Пейсюку. Ох, какой переворот здесь изящный от Пиву. Пузихан. Пузихан. Да. Пытается он здесь пройти. От борта здесь играет. И выйдет хорошая передача на Пиву. Но Пиву не смог ее обработать. Ну что, повторится ли у нас сценарий какого матча, который во втором овертайме закончился? Лаймы. Лаймы с Рапплс, да, это был матч? Вчера, который был как раз. По-моему, он. Получается, Рафлс Барбекю своеобразные короли овертаймов. Ну, не короли. Все-таки они не выигрывали в овертайме, по крайней мере, вчера. И здесь пока еще матч идет. Ну, такие прям вот. Ребята играют, бьются до конца. Тем временем шайба у Нуби. Начинается вот такой бережливый, да, хоккей. Команды боятся совершить какие-то ошибки. И много небрежных передач в итоге совершают. Дрон катывается слева в зону. Кученхо против него. Нуби. Так, не уверен, он вроде бы отбил. Но шайба дойдет до Пиву. Пиву. Но здесь уже его накрыли. Здесь. Вайбер. Да, понимаю тебя, понимаю. Тем временем середина первого овертайма. Ну, как часто бывает, в такой вот упорной борьбе залетает далеко не самый очевидный гол и момент. Так что не будем расслабляться. Вот сейчас, например, шанс для Пузихана и просто вынос. Просто вынос от Рафлс Барбекю. Реально понимаешь? Переведи, плиз. Не понимаю, о чем ты. Что нужно перевести? Спейсюк бьет мимо ворот. Писюк бьет мимо ворот. Наш 9 зрителей целых. Дорогие друзья, у нас интрига. Второй матч заканчивается. Ну как заканчивается? Первый овертайм. Я не знаю почему. Есть ощущение, что эти ребята могут
дойти до второго овертайма. Какая передача, дро, перевод, и Пузихан будет первый. Пузихан, попытка дальнего броска, Зедди справляется. Это был несложный бросок, но Зедди сыграл уверенно. Дро. Слишком сильно он отдал вперед. По итогу опасно с Писюка не сдался. Пузихан заезжает в свою зону. Пытаются здесь раскатиться кисты. Ошибка от Пузика. Передача здесь на Дро. И едва от Кученко не залетела здесь шайба в ворота Нуби. И снова каркас ворот спасает бандитов. 45 секунд до конца первого овертайма, и смотрите, что летит, и, как я и говорил, далеко не самый очевидный момент. Здесь надпись Game Over мне мешает посмотреть, кто же это исполнил. Кто это? Найт забивает решающую шайбу. Вот так вот. Да... Вот это, конечно, шайба залетела в концовочке. Ну что, уходим мы с вами на сцену кастера. Давайте пока закроем эту прекрасную таблицу. Закрываем таблицу. Ну что, дорогие друзья, закончилось у нас противостояние The Bandits и Raffles Barbecue. Первую встречу бандиты забрали 7-4, а вот ответную встречу, вторую, Raffles Barbecue взяли 4-3, но в овертайме, поэтому бандиты сегодня набрали 4 очка, а их соперники 2. Вот такой вот матч, такое вот противостояние вышло. Честно скажу, местами было сложно это комментировать, особенно вторую игру. Плохо сыграли, отмечает Спесюк в комментариях. Здравствуй, Спесюк, здравствуй. Ну да, вы можете гораздо лучше играть. Вот. Как бы я во время трансляции об этом говорил, но отметил, что вы постоянно меняете состав, ротируете, даете сыграть всем, поэтому ничего удивительного, что так получилось. А вот таблица. Давайте дорисуем здесь бандитам 4 очка. У них стало 13 очков после 12 игр. И они обошли Lime's. И обошли Eclipse, вышли на 8-ю строчку, получается. А Raffles Barbecue обошли сегодня у нас Lemons по набранным очкам. У Raffles Barbecue их 17, получается. Надеюсь, что все очки внесены со вчерашнего дня. Вроде как все внесено. И как бы получается, что Raffles Barbecue находятся сейчас на 5-м месте. Но... Raffles Barbecue сыграли сегодня последние матчи на этом турнире. Мы их поздравляем с этим. Большие молодцы. Они вторые после Eclipse, что сыграли все матчи. Что, ребят, как вам сезон? Как вы? Все ли у вас получилось, что вы пробовали? Можете написать. Так, в чате здесь Писюк, жуча вижу. Такой рандомный матч, был очень весело, но мы не поняли, почему в конце не было офсайда. Надо бы повторчик. Слушай, там не было офсайда куч. Даже я вот видел с камеры. Можешь с ним закончиться, можешь отмотать, посмотреть. Но там до офсайда было далеко, скажем так. Вот. Так, что у нас тут? Из Raffles только Spacey, я смотрю, да? В комментариях отмечается. Что, как там, какие эмоции? Команда. Ну, ждем на сезоне Слендера. Сленда в поле. Я думаю, что он может вам придать вариативности. И, так сказать, добавит вам разнообразие. И в целом я вижу, что у вас как бы такой момент, что как у нас. То есть мы тоже пробуем там новичков, пробуем новые схемы. Такие какие-то вариации у нас идут, и из-за этого страдает результат по итогу, и качество игры тоже, поэтому, ну, на то это и предсезонка, чтобы обкатать свои, так сказать, навыки, опробовать всех на льду, посмотреть, какие связки работают, какие нет. Опять-таки вопрос, да, будут ли офсайды в сезоне, я так понимаю, сейчас стоит таким открытым, не знаю, мне кажется, что в целом офсайды добавили нам разнообразие в каком-то плане, да, то есть, ну,
Со мной не согласятся, я думаю, некоторые, в том числе те, кто есть в этом чате. Но мы должны отметить, что команды стали больше комбинировать, да, искать какие-то варианты, больше движения и начинать атаки раньше. То есть, если часто, да, раньше шли какие-то прямые забросы, там, свои зоны, то сейчас есть только лонгшот залетит. Сегодня Нуби, кстати, два закинул. Мы должны это отметить. Валентин, мое уважение. Вот. Что еще думаете в чате? Напишите. Как бы, какие у вас мысли, эмоции. Смотрите, я немножко дополнил оверлей. Вот в этом экране, вон там, это наш HL сервер. Ну, вы все там состоите. Это больше для новичков. Если кто-то, кто сейчас есть на стриме, не состоит в нашем комьюнити, вот, вот там QR-код, короче. Вот, 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 вот. Вон там. А вот в том углу, вот, вот там вот, ссылочка на Telegram, вот, да, там QR-код на мой паблик, вот, как бы, если интересно, я стримлю достаточно часто в последнее время, в основном спортивные игры, можете тоже подписываться. Вот это язык тела, ну, как бы, почему бы не воспользоваться всеми возможностями, можно еще камеру подвинуть, но давайте так и сделаем, собственно, что нет. Вот, 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 там мой паблик, ребят, вот, кто не состоит, подписывайтесь, вот, было бы здорово, было бы здорово, вот, вас там всех видеть, вот, ну, там уже есть много наших ребят, и на том спасибо. Так, ну что, у нас тут народ уже маленько под, под ушел, я смотрю, 8 человек осталось, вот, обсуждение здесь шизофрении, ну, Спейсюк, поверь, тут мнение эксперта, оно такое. Оно прям... Тут прям эксперт в чате сейчас по шизофрении. Может лекцию прочитать при желании. Ну что, наверное, будем потихоньку сворачиваться, да? Да, мы... Да, спасибо всем, что были на этом матче. Сегодня был такой низкий, слабый, да, онлайн. Но могу всех понять замечательно. Замечательно. Могу просто всех понять, потому что, ну, такой турнир уже сколько, 20, больше 20 дней идет, именно игровых дней, да. Естественно, тяжело поддерживать такой стабильный онлайн. Вот. Ну, все, дорогие друзья. Go ranked, go вот сюда, go вон туда. Всем пока, спасибо большое за то, что были на этом эфире. Всем удачи, всем хорошего вечера. Доброго вечера. Пока-пока.